Много детей, увы, пропорционально и проблем, поэтому семьям с большим количеством малышни нужна помощь и поддержка – материальная, моральная и правовая. Решили активистки областного центра и создали общественную организацию «Много детки». Состоять в ней будут семьи Иваново и ближайших муниципалитетов. В планах организаторов – проводить акции и праздники для многодетных семей, консультировать мам и пап по вопросам правовым и воспитательным, всячески помогать в случае ЧП. Первое крупное мероприятие от «Много детки» пройдет 23 ноября в Доме национальностей. Это будет межрегиональный семейный форум, посвященный актуальным проблемам материнства и детства. У нас будут 4 основные секции. Это законотворческая секция, которая призвана обсудить в очередной раз вопрос о статусе многодетной семьи, закона, о котором до сих пор не принят у нас. Вторая секция у нас будет посвящена экологии молодой семьи. Мы будем обсуждать вопросы, как от молодой семьи стать многодетной семьей, в том числе и социальное предпринимательство, и семейные фермерские хозяйства. То есть как многодетным семьям в современных экономических условиях выживать.